хорошо, вот вас, значит, называть... Макшанка. Макшанка. Да. А мужчина? Макшанин. Макшанин. Ну, мы приехали из Москвы сюда. Ага. Но жили здесь все, все учились мы здесь. Один из самых частых вопросов, которые мы задаем в селах. А что, вот что, мы почему в Бахилово? Почему в Бахилово вы приехали? Мы приехали жить на родину. А как вы в Бахилово оказались? В Бахилово я приехал в 89-м году. Работал здесь в снабжении. Работал начальником цеха животноводства, когда раньше было подсобное хозяйство. А на выборах что? Все время избирают и избирают. Избирают. Ну, народ избирает. Понятно. Ну, значит, не зря народ избирает. Он просто так не будет избирать. Ну, когда люди беспокоят. Внимательно свои? Доморощенные? Доморощенные есть, и которые приезжают и выделяем земельные участки и молодым семьям, и многодетным семьям. Вода. Село полностью газифицировано, полностью вода. Вода. О, реклама как раз будет. Вода самая хорошая в этой местности. Называется Баской. Все анализы, проведенные институтом в Новосибирском и Московском, дали заключение, что почему? Мы ее качаем с 350 метров. 350 метров? Да. А в чем Барская-то? Назвали что-то? Ну да, назвали.